Доброго времени суток, уважаемые любители футбола. Мы продолжаем свою трансляцию с полей Orange Fitness. И на очереди у нас матч между командами Строители и Orange. И начинается все с очень опасного момента возле ворот команды Строители. Да, с первых секунд активно помчались вперед забивать у нас футболисты Orange 1. По расписанию должен был быть коллектив КамАЗ, но по уважительным причинам эта команда не будет, и вместо них будет играть команда Строитель 2013. И посмотрим, как ребята себя проявят. Но начинается у нас встреча очень активно, и как ребята из команды Orange уже два удара успели нанести по воротам соперника. Главный арбитр встречи Сотников Даниил. У микрофонов вместе с вами буду за встречу наблюдать я, комментатор Ахметшин Равиль. И только что мы смотрели за матчами Лиги Развития. И вот настала очередь ребят 13-12 года рождения. И с интересом будем за этим матчем. Ну, да, сегодня 4 встречи у нас по игровому дню запланировано. И будем лицезреть за этими соревнованиями на протяжении всего августа месяца, вторая его часть. Первая часть была у нас в июне, в июле ребята отдыхали. Я думаю, что соскучились по игре, по футболу многие. И постараюсь, конечно же, проявить свои лучшие качества и показать свой максимум. Сатосов будет исполнять стандарт. Команда Orange продолжает свое давление. Удар. Зуев выручил, казалось, свою команду, но все-таки мяч влетает в ворота. 1-0. Нигматзянов открывает счет в этой игре. Забежал он от подачи и отправил мяч в сетку ворот. 1-0. Orange выходит вперед. Ну, ребята устраивают немножко помладше, но ничего страшного в этом нет. Хороший опыт, игровая практика, лишней не будет. И постараются ребята постепенно включиться и показать свой максимум и набраться столь необходимого опыта игровой практики. К сожалению, состав Строителя не отмечен, но к следующим составам пообещали у нас все это исправить. Мы же пока будем постепенно, наверное, присматриваться к фамилиям на майках, кого увидим, обязательно зовем. Удалось узнать голкиперов. Зуев сейчас в воротах, Юнусов появится, но остальных ребят постепенно по ходу соревнований мы, конечно же, всех найдем, узнаем и озвучим, так сказать, в прямом эфире. Ну а состав Оранжа в воротах: Худайкулов, далее Сафенко, Мальдинов, Егоров, Идрисов, Денисов, Сатосов, Сидоренко, Никмазенов, Нурисламов. Такой состав у команды Orange. Подбор. Попытка загрузить штрафную. Получился перевод. И Никмазенов пробил. Влет в дальний угол. Но не хватило немного точности этому удару. Перевод у нас был неплохой, по-моему, исполнял его Гумиров, но передача казалась прям на ногу Никмазянова и вышла неплохо. Еще раз нужно повторить повтор ввода мяча в игру, объяснять Красотников Зую, как правильно это сделать. Все-таки ребята первый матч проводят, и некоторые нюансы, тонкости еще не знают. И наш арбитр, безусловно, поможет ребятам, подскажет и поможет им адаптироваться быстрее под данный формат и в данные встречи. Егоров, прострел на Идрисова, дальше Сатосова не дают пробить, добежал защитник, но в любом случае Сатосов мяч отъевал, удар, Зуев, два сейва подряд, отличное действие вот голкипера, и будет угловой исполнять команда Orange. Прошлый угловой был очень опасен и привел к забитому мячу. Посмотрим, как на сей раз. Нурисламов. Тоди довел дело до удара. И Зуев на месте. Быстро Зуев разыгрывает на краткие. Дальше в центр. Ну, здесь давление Оранжа продолжается. Ребята высоко встречают и не дают разворачиваться, спокойно играть футболистам Строителей. Идрисов уже в штрафной площади скидывается. Сатосов бьет вдали. И рядом со штангой мяч пролетает. Хороший удар, плотный, но в створ ворот попасть не получилось.
может передать. Еще назад, и назад, назад. Вывести не может. Чука, давай вперед. Туда вот Амир. Уголь у нас, кстати, постепенно подрастает уже. Почти 18 человек нас смотрят. Всех еще раз приветствую, пишите, за кого болеете, ваши прогнозы, замечания, комментарии, какие-то совместными усилиями сделаем нашу трансляцию лучше. Здесь неплохой вновь дальний удар, вновь Зуев здесь вытягивается в струнку и вручает свою команду. Еще один сейф и еще один угловой. Подача, штрафную, выбивается мяч подальше, Егоров на подборе, дальше. Команда строителей пыталась выйти через флаг, и в итоге Некмодзянов оформляет дубль. Вот это классный удар по уходящей траектории в дальний верхний угол. 2-0. Ну, здорово, здорово. Некмодзянов сыграл и еще один мяч записывает в свою копилку. Дубль Некмодзянова. 2-0. Оранж уверенно начинает эту встречу. Ну, давайте дальше смотреть за этим матчем. Посмотрим. Как будут развиваться события. Строитель пытается выйти из обороны в атаку. Здорово здесь придумали. На третьего в касание. Такую стеночку, можно сказать, длинную. Но все-таки чуть передача когда сильнее. И мяч из боковой вводится в игру вперед. Здесь вот отыгрыш на коротке. Дадут ли пробить. Вот скок и мяч в руках у голкипера. Зуев направо. Здесь перехват и будет удар. Удар Камальдинова. Мяч блокируется. Некмодзянов на подбор. Некмодзянов еще туда под перекладину. 3-0. Что творит Некмодзянов сегодня? Но здесь ростовых данных не хватило голкипера. В этом ничего страшного нет. Еще раз повторюсь, ребята помладше. Ворота огромные. И никаких претензий к вратарю здесь быть не может в этой ситуации. Он сделал все, что мог, выпрыгнул, пытался дотянуться, но не получилось. Денисов на перехвате, и вот Зуев выручает свою команду, добивание, Зуев вытаскивает еще один удар, да, здорово сыграл здесь, голкипер в очередной раз. Несмотря на три пропущенных мяча, но какие вопросы могут быть к голкиперу, а? Показываю, что один из лучших в составе своей команды, и все, что мог, он от себя сделал. Ни в одном из голов пропущенных его вины нет и быть не может. Но и два сейва классных действительно сделал Зуев. Может такой даже нарезочку из этих сейвов сделать для портфолио. Действительно очень неплохо все получилось в этих эпизодах у голкипера команды «Строитель». Пытается «Строитель» из обороны в атаку выйти. 55-й номер оформляет диагональ, но попадает соперника и мяч уходит за лицевую. Будет удар от ворот. Через лево. Пытается строитель выйти через левый фланг. В центр дальше передача. Но там перехват и очень тяжело цепляться за такие мячи. Ребятам, но они пытаются, следуя тренерской установке, играть в пас. Ни в коем случае не сбиваться на отбойную игру, несмотря на все давление, на весь прессинг, стараются именно в футбол играть, ребята, строители, большие молодцы. Вопрос вперед, Гатаулин. Пытался мяч обработать, но здесь под давлением, и Сидоренко пытался здесь нанести удар, но не получилось. Не попал по мячу у нас нападающий. Денисов. Разворачивается, передача вперед, здесь Гатаулин. И штрафной пробьет команда «Строитель». Назад, назад. Дайте разыграть, Артем. Да быстрее, Максимов. А вот Холкин, а. Холкин. И Мангулову. Дальше передача по флангу. Не прошла. Ну и Холкин здесь на партнера пытался сыграть, но не получается. Здесь под давлением все-таки те мячи сохранять, в особенности в линии атаки. Здесь очень плотно играют защитники команды Оранж, и минимум свободы пространства своему сопернику предоставляет. А вот сейчас через правый фланг наборщиков передачу получает. Пытается сохранить его, но в районе лицевой не получается этого сделать. Теперь бежать назад. Камальдинов. Передача направо. И Юмангулов здорово доработал. И мяч выбил. В последний момент у Денисова из-под ноги.
Рисламов пропускает здесь мяч и через дом, через Худайкова. Емельян неплохо играет ногами, поэтому можно использовать его как и заигрывать ребятам, тем самым через контроль выходить из обороны в атаку. Через левый фланг Мальдинов пытается обыграть. Один в один здесь соперника не получилось. Здорово здесь сыграл защитник. И мяч выбивает за боковую линию. Аут для Оранж. И выходите на свои позиции в нападении. А Борщиков вперед прокидывает, пытается убежать. Но нет, мяч уйдет за пределы поля и аут. Юрисламов на Худайкулова. Худайкулов. Длинная передача вперед. Имангулов здесь должен попроще сыграть. Выбивает мяч на противоположный фланг. Здесь партнер зацепился. Холкин. Имангулов. Здорово. В центр. Неплохо отдавал, но соперник на перехвате сыграл. И аут для команды «Строители». Мангулов сразу на подборе. А Борщиков перевод направо. Сцепляется за мяч. Второй номер отыгрывается с Гатаулина на стенку. Гатаулин на партнера. Здорово. И едва не прорвались по правому флангу. Но все-таки мяч выбивается за боковую линию. Будет аут для «Строителя». В поисках мяча у нас ребята. Впереди еще две игры. Дальше у нас будут играть уже самые юные возраста. Будут выяснять, кто же из них сильнее. И посмотрим, кто будет сильнее в этих встречах. Это также все, конечно же, в прямом эфире. Будет небольшая пауза между играми, пока восстанавливаются ворота. Разметка, соответственно, подходящая для данного формата. Потому что ребята помладше. И такое огромное поле пока для них не подходит. Но сейчас ребята из «Строителя» как раз таки пытаются к этому полю привыкнуть, к этому формату. Это, конечно, требует времени. Но мы видим, что по ходу встречи ребята все увереннее и увереннее себя чувствуют и стараются играть именно в контроль, выполняя, как я уже говорил, тренерские установки и задачи на футбольном поле. Сафин. Передайте вперед. Сидоренко обыгрывает. Сидоренко бьет. Зуев вручает. Здорово играет голкипер команды «Строитель». Ну и Сафин на перехвате. Дальше пытается хранить мяч, но в окружении трех соперников сделать этого не получилось. И аут для команды «Строитель». Наборщиков пытается здесь за мяч зацепиться, но в окружении двоих тяжело. Сафин через Худайкулова. Емельян направо. Здесь Никмудзянов пытался диагональ исполнить, но попадает соперника и будет у нас аут для команды «Оранж». Пока по одному, по два игрока меняются. У нас нет такого, чтобы группа игроков менялась целых. Хотя есть кого выпускать у «Строителя». Может быть, целый состав еще есть на скамейке. У «Оранжа» тоже есть два человека, кем усилять, но поменьше ребят. Но это не является пока ключевым фактором. Даже три человека, три, кто готов появиться и освежить игру. Имангулов в центр наборщиков. Ай-яй-яй, не смог мяч обработать. В итоге Сатосов с мячом и теряет равновесие, нужно вставать. Игра продолжается. Сидоренко. На Егорова, недодача, не точно. Дальше через левый фланг. Имангулов. Центр наборщиков. Здесь помешали немножко друг другу с партнером, но в итоге добрались до мяча, сохранили футболист «Строителя». Через правый фланг пытается здесь прорваться. Камальдинов все-таки уступает в борьбе второму номеру. Прострел. В этот момент можно забивать футболист «Строителя». Ворота пустые. Ай-яй-яй, не получился. Удар левой ногой. Должен был здесь подать футболист «Строителя», но он немножко засуетился и удар не получился.
Сахин один. Сахин можно. Сахин получает. Денисов. Передача вперед. Здесь перехват. И толчок. Штрафной пробьет команда «Строитель». Позиция дальняя, но попробовать в створ ворот туда загрузить, пробить можно. Набор, иди вперед, набор. Чугунов, судя по всему, будет исполнять. Вышел он под стандарт как раз-таки и попробует свои силы. 66-й номер команды «Строитель». Набор, набегай, набегай, набор. Офсайд есть, Алмаз, по штрафной офсайд, кстати, Алмаз. Чугунов бьет и забивает. Классный плотный удар, и счет становится 3-1. Алмаз! Алмаз! По штрафной офсайд! Ну что ж, хороший плот удар Чугунова. 3-1. И «Строитель» забивает свой первый мяч на этих соревнованиях. Молодцы, ребята. Ну, я уже говорил то, что по ходу встречи все увереннее себя ребята ощущают. И только что был хороший момент, в пустые ворота не забили ребята. Тут же штрафной, и вот он, забитый мяч, не заставил себя ждать. Хорошая игра. Давайте дальше смотреть за этим матчем. Егоров здесь поборолся с Юмангуловым, и будет у нас угловой стандарт для команды «Оранж». Сатосов прострел низом, мяч убивается подальше, и Зуев спокойно с этим мячом справляется, отдает Чугунову. Чугунов направо, дальше в центр на Каштанова, по-моему, если я правильно разводил фамилию, на спине Холкин, Юмангулову, Каштанов, Чугунову, хорошо мяч ходит, направо, но из давления «Оранжа» все равно срабатывает, но хороший отрезок, да, и «Оранж» здорово прессинговал, и «Строитель» здорово мяч контролировал, приятно за такую игру смотреть, и ребята все осмысленно и целенаправленно делают. Идрисов на Сидоренко. Из-под кат, наборщиков здорово сыграл из-под кат. Юмангулов здесь под давлением все-таки мяч упускает. И будет у нас аут для «Оранжа». Сидоренко грузит штрафную. Здесь отскок. Перевод направо, не проходит, удар Сатосова и угловой. Стандарт. Стандарт сюда шанс. И первый гол «Оранжа» именно с углового пришел с этого же правого фланга. Но пока «Оранжа» никто, кроме Никмазянова, и не забивал. Никмазянов автор хит-трика, а он пока на скамейке переводит дух. Зуев на выходе кулаками. Здесь удар на добивание. Ой-ой-ой. Камальдинов как попал, а? 4-1, здорово, в касание, в лед под перекладину. Хороший гол, красивый, и еще у нас 4-1. Здесь вновь голкипер, никаких шансов не оставить. Я даже не уверен, что здесь взрослый бы голкипер что-то поделал с этим ударом. Хороший гол, и вновь 3 мяча ведет команда «Оранж». Но я думаю, тяжело будет «Строителю» бороться здесь за результат именно по набранным очкам, но по игре мы видим, ребята действительно стараются, бьются и хорошую игру показывают, и могут дальше демонстрировать и вкатываться в данный турнир, привыкать к текущему формату. Худайкулов. Направо. Денисово. Денисов. Передача вперед, Сафин пытался развернуться, не получается. И в центре поля Каштанов. Пытался обыграть, не получилось. Денисов обыгрывает, идет дальше. Денисов. А вот передача обостряющая не проходит. И здесь на перехвате футболиста «Строитель». Через дом Чугунов. Холкин. Направо, неплохо. Дальше перевод. Каштанов. Здесь Гатаулин. Гатаулин. Нет, значит не получится. Не точно. Передача оказалась. И Егоров по правому флангу может пробежать. Холкин хорошо подстраховал. И мяч выбил за боковую линию. А он для «Оранж». Сидоренко. Куда ты кидаешь синему, а? Сидоренко. Заброс вперед здесь. Вот смотри,
на коротке и гетаоле. Длинная передача вперед. Ну, сюда и Кола в конце концов мячик получает. Дай Колу. Хороший прессинг. И Тихонов может пробить. Тихонов. Передача направо. Решила дать. А там были лишь игроки оранжа и мяч, а не перехват. Мог попробовать пробить. Была для этого возможность, но не получилось. Егоров. Передача в зонку. Идрисов успеет. Успевает. Идрисов ставит корпус. Но Юмангулов до конца дорабатывает. Здорово здесь сыграли. И Холкин приходит на подмогу. И в итоге мяч убивается за боковую линию. Никмандянов будет бросать. Появился на поле. После паузы. И будет бросать туда, поближе к чужой штрафной площади. Здесь отскок. Егоров с Юмангуловым. Юмангуловым развернуться не позволяют. Подача штрафного, отскок и завив мяч в руки. Забирает здесь спокойно голкипер. Дальше на Холкина. Холкин. Хорошо, на Гатаулин. Дальше Юмангулов, вновь Гатаулин. Направо. Хорошо ходит мяч. Молодцы футболисты. Строитель с фланга на фланг. Мяч перевели. А дальше, кстати, чуть вперед пока выйти не удается. Но видим мы, что команда вариативная, команда с мыслью. И стараются именно умный и поставленный футбол играть, а не просто бей-беги. Несмотря на все сложности и проблемы, которые создает коллектив постарше их соперник. Здесь отскок Егоров, ай-яй-яй, пробить не смог. И в итоге удар от ворот. Холкин. Передача направо. Здесь Сафин. Сафин дадут ли пробить? Удар. Зуев вручает. Ай-яй-яй. Вторым движением не смог мяч зафиксировать, и мяч влетает в сетку. Будет у нас с центра поля вводиться мяч в игру. 5-1 сейчас становится. Ну, как я уже говорил, в плане итогового результата здесь уже тяжело было изначально цепляться. Ребята все-таки помладше, и для них немножко непривычный формат турнира, да и сам факт, чтобы привыкнуть к этому полю. Все-таки впервые здесь команда строитель. Но мы видим то, что с каждой минуты все лучше и лучше они смотрятся и стараются играть именно от себя, а не от соперника, несмотря ни на что. Никмадзянов на Егорова. Егоров в зону. Здесь отскок и убивается мяч вперед. Наборщиков. Бежит дальше. Здесь Гумиров ставит спину. Худой Кулов. Не так много у него работы, но здесь он подстраховывает вовремя. Выходит из ворот и будет бросаться мяч из-за боковой линии. Зуев. Мяч налево. О, здесь рискованная передача, но все-таки дошла до Тихонова. Тихонов, передача. Ошибка. Никмадзянов верит в свой удар. Сегодня он уже 3 мяча забил. Неплохой удар. Сейчас был в дальний угол, но Зуев видел момент и смог подстроиться. И намертво этот мяч забрал Чугунов. На Гатаулина. Гатаулина разворачивается. Холкин. Вновь Гатаулин. Ищет вариант справа. Но здесь под давлением все-таки мяч ходит за пределы поля. Будет у нас удар от ворот. Выдвинься вперед. Амир, вот сюда подойди. Все. Сатос, пойди в центр. Тихонов. На Сафина, Сафинов дальше. Идрисов, Идрисов бьет и угловой. Стандарт для команды Оранж. Ну, Зуев здесь неплохо сыграл и свою команду выручил. Мягкая подача. Здесь отскок.
Несимяч пока не поучастник. Музианов. Ноль здесь подрабатывает под удар, бьет, второй раз не попадает. И на этом первый тайм подходит к концу. Небольшой перерыв. Закончился у нас перерыв. Начался у нас второй тайм нашего матча «Строитель Оранж». Пока у нас Оранж впереди, ну, как и мы уже говорили, что, ну, итоговый результат, наверное, уже известен, победитель. Давайте наслаждаться игрой, смотреть, что ребята нам покажут. И мы увидим, что «Строитель» пытается вновь через пас выходить из обороны в атаку. Ну, а Оранж здорово поддавливает, прессингует и пытается тоже свою установку выполнять. Ник Мазианов будет бросать по его линии. Бросать вперед. Сидоренко. Тут Чукунов. Его встречает. Убивает мяч направо. Гумиров. Пытается по флангу мяч прокинуть. Но здорово здесь Ямангулов поставил корпус и заставил соперника мяч потерять. Будет удар от ворот у нас команда «Строитель» войдет. Замена вратаря у нас у команды «Строитель». Вместо Зуева появился Юнусов. Посмотрим, как Юнусов все покажет. Зуев был неплох и ряд ярких спасений совершил. Хороший матч в целом провел. Несмотря на 5 пропущенных мячей, но кто в чем голкипера здесь обвинит, я думаю, ни у кого язык не повернется. Все удары были, можно сказать, неотразимы. Ну а здесь положение вне игры. Первое, кстати, у нас за сегодняшний день зафиксированное. Ну, в прошлой встрече в лиге развития вне игры не фиксировалось. Ну а в этой встрече первый офсайд. «Строитель» будет мяч в игру. Игра рукой и стандарт для «Строителя» со своей половины поля. Но можно попробовать выйти из обороны в атаку. Каштанов разыгрывает мяч. Дальше Чугунов. Направо Юмангулов. В центр. Ну, а дальше все-таки Егоров на перехвате сыграл. Дальше Сидоренко. Дальше будет ли удар? Денисов убирает под правую. Денисов здорово бьет, но мяч пролетает рядом со штангой и уходит за пределы поля. Будет у нас удар от ворот исполняться. Чугунов. Передача в недодачу. На партнера. Пытается здесь зацепиться за мяч. У нас полуночник «Строитель», и мяч уходит вот эти за боковую. Будет команда «Строителей» бросать. И Мангулов будет это делать. Бросает вперед. Здесь Егоров здорово на перехвате. Идет дальше в чужую штрафную площадь. Будет ли удар? Удар Сидоренко. И мяч выносится уже из пустых ворот. Здорово там доработали футболисты «Строителя». Мяч вынесли подальше. Гумиров будет вводить мяч в игру. В чужую штрафную. Прострел. Будет ли удар? Мяч убивается за пределы поля. Будет угловой. Камальдинов будет подавать. Подача. Мяч убивается. Здесь наборщиков. Пытался мяч в пределах поля сохранить, но не получилось. Но Рисламов на Худайкулова. Худайкулов направо. На Никмадзянова. Никмадзянов и Денисов пытается мяч сохранить. Денисов налево. Гумирову. Гумиров. Дальше мне додачу на партнера. Здесь Егоров, Камальдинов и Чугунов. Мяч убивает за пределы поля. Будет у нас аут бросать команда «Оранж». В чужую штрафную. Здесь отскок. Холкин. Мяч убивает. И еще один аут для команды «Оранж». Но пока по стилистике игры
начало второго тайма. Такое же, как и в целом первый тайм. Ничего особо сильно не изменилось. Но вот сейчас могла быть контратака. Неплохо. Там второй номер мяч прокидывал вперед, но убежать ему все-таки в прорыв не удалось. Доработали здесь защитники. И в итоге даже последний мяч коснулся именно футболист команды «Строитель». Сидоренко. Удар рядом со штангой и удар от ворот. Будет у нас исполнять. Инус будет вводить мяч в игру. Пока восстанавливает его. И у нас проходит замена. Вместо Холкина Тихонов появился. Вот, давай! Мангулов пытается здесь Камальдинова обыграть. Камальдинов неплохо разворачивается. Прострел. И Юнусов успевает вовремя своевременно выйти из ворот и выбивает мяч подальше. Дайколов. Раз знает налево, здесь Гумиров. Есть у него справа, слева варианты. Пока решил он сам в обводку пуститься и мяч выбивает нас, футболист строителя. Эльвир, остановись там, зоны нет, некуда бежать, куда ты бежишь? Чугунов. Дальше на краткий Агатауллин с Мангуловым, но стеночку чуть-чуть не удалось сыграть, хотя в целом было неплохо по мысли, но исполнить не получилось. Чугунов. Агатауллин. Агатауллин поднимает голову, есть партнер слева, да, видит, но передача была чуть сильная и уже в падении. Удалось лишь мяч в пределах поля сохранить, но не под своим контролем второму номеру команды «Строитель». Но все равно мяч остается у строителей, все-таки аут они зарабатывают, и можно попробовать вперед бросить. Никмадзианов здесь пошел в отбор и все-таки мяч отвоевал. Для оранжа Худайкулов на Гумирова, Гумиров. Дальше на Егорова. Егоров в зонку и мяч у Юнусова в руках. Неплохо. Юнусов вошел в игру и... Довольно-таки уверенно себя голкиперы чувствуют и проявляют у команды «Строитель». И такая приятная головная боль в будущем, судя по всему, будет у тренера, кого же за вратарей ставить ворота. Пока оба голкипера очень приятное впечатление производят. Сидоренко бросает штрафную, Юнусов на выходе, мяч забирает. Артем, смена! Играй, опорник. Нет, справа играй, Артем. Камальдинов налево, Сатосову. Сатосов поднимает голову, прострел, но он там три игрока строителя в этой зоне находились, и мяч убивает подальше. Гетауля зарабатывает аут и будет бросать команда строителя. Мангулов будет бросать. Каштанов мяч сохраняет, точнее попытка сохранить мяч в его исполнении была, но все-таки три соперника рядом и мяч вновь у оранжа. Гумиров пошел в обводку, есть перед ним свободная зона, врывается он в нее, как раз таки заполняет. Дальше налево Сатосов, ну, выбраться тяжело оттуда будет, но Сатосов не боится брать на себя ответственность, пытался двоих обыграть, но далековато мяч отпускает, и тот уходит за пределы поля, будет у нас удар от ворот. Давай, давай, каждый на своего. Жесткий стык, и Сафин правила нарушает, да. Атаковал он здесь не владеющего мячом футболиста, и сотника здесь... Все это увидел и дал свисток, штрафной удар для команды «Строитель». Чугунов будет вводить мяч в игру. Заброс и мяч в руках у Худайкова.
Нарез. Тихонов. Синякову развернитесь. Передача налево. Защитника. И Сидрисов. Дальше Егоров врывается, Юнусов на месте свою команду выручает. Хороший сейв. Егоров неплохо врывался в свободную зону, бил, но голкипер на месте. Сидоренко, ты можешь тормознуть и развернуть игру? Решение принял и несет то же самое, Львив. Гумангулов бровку бросает, несет Усов на перехвате. Идрисов. Еще один аут для Орнш. Там у тебя в одном метре это стоит, тут тебя гонит полузащитник, бежишь все равно сюда. Камальдинов грузит штрафную, здесь на выходе, хорошо, с голосом Юнусов играет, бросает на Чугунову, того справа вариант, и Мангулов, но здесь он уже под давлением, Сатосов уже идет его встречать, и в итоге вынуждает расстаться с мячом. Каштанов пытается забрать подбор. Сатос, подай нормально, жесткую подачу! Мяч ходит за пределы поля после, после заброса и удар от ворот. Чугунов. Заброс и еще один аут. Камальдинов будет вводить мяч в игру. Камальдинов по флангу и мяч уходит, аут для строителя. Егоров. Нет, Сатосов. Сатосов через дом Худайкулу. Дальше Сафину. Сафин через дом на Худайкулу. Дальше Камальдинов. Камальдинов обыгрывает, идет дальше. Пытается обыграть Сатосов. Грузит вперед, и здесь Чугунов мяч убивает подальше от своих ворот. Сафин, Сафин, Сафин! Денисов разворачивается под себя, Идрисов ставит на под удар мяч, и в итоге удар, мяч попадает в перекладину, Егоров на подборе, дадут и пробить, Егоров оставляет мяч Денисову, прострел, и мяч убивается, пока во втором тайме команде Оранж отличиться не удается, Юнусов пока остается непробиваем, и здесь Фортуна даже немножко где-то улыбается. Имангулов ставит корпус и аут. Заброс вперед. Еще один аут. Наборщиков будет бросать. Или нет? Кто же будет бросать? Сейчас нужно обратить внимание на это. И в итоге наборщиков. На партнера. Рябчиков, по-моему, фамилия данного футболиста был в центре. Дальше борьба за отскок. Сафин через дом на Худайкулова. Идрисов. И кому мяч достанется? Пока уходит он за пределы поля, будет у нас аут. Гатаулин. Ошибается и попытка по флангу пробежаться, но далековато мяч отпускается. Артем, смена, уходи! Идрисов. Ай-яй-яй, Сатосову можно было попробовать отдать, но не смог здесь в итоге подстроиться под это и отдать передачу. Здесь отскок, Егоров бьет, и вот он все-таки первый мяч во втором тайме. Егоров забивает и делает счет 6-1. Ну, все к этому шло, будем честны. Оранж давил, Оранж создавал момент и все-таки отличился.
Сатосов, Чебунов, здесь Гатаулин, Сатосов и мяч в центре поля. На движение, не останавливайся перед мячом! Перед мячом останавливаешься! Никмадзянов мяч упускает, и еще раз нужно будет повторить мяч. Вброс мяча из-за боковой, мяч у строителя, по флангу бросается Никмадзянов в очередной раз на опережение, не дает он Гатаулину этот мяч принять, и еще один аут придется повторить. Центр поля бросает рискованно, здесь под давлением мяч тяжело будет удержать, но футболист Трейка справляется, и вот наборщика по правому флангу пытается пробежаться, но Худайкулов мяч забирает и готов выводить его дальше в игру на партнера. Ну, Руслан его бросает. Сатос есть, диагональ, давай. Дальше заброс. Диагональ Сатосу добей. Мансур, ну 20 метров не можешь добить, мяч еле летит. Артем, ты что, не видишь, замена идет? Заброс штрафную, и мяч облизывает здесь каркас ворот. Два раза, по-моему, по перекладине так постучался, поскакал и ушел за пределы поля. Будет у нас удар от ворот. Юнусов будет вводить мяч в игру. Сатосов так подал? А, просто перекладин? Да. Давай, успей. Гумиров. Прострел. Мяч отскакивает и в руках у Юнусова. Данил, ну тоже на мяч идите. Вы не останавливайтесь, а, перед мячом. Иди до конца на мяч. Рисламов. Убирает под правую, будет бить, нет, оставляет Егорова. Егоров убирает под себя, Егоров, удар, попадает в Холкина, дальше отскок, и кому мяч достанется. Пока подбор и передача на правый фланг. И свисток от Сотникова, мяч ушел за пределы поля, и из-за боковой будет вводить команда «Строитель». Давай, накрывай. Гумиров цепляется за мяч, перевод здесь Чугунов. Дальше на фланг. И будет ли заброс? Пока мяч у Идрисова. Идрисов простреливает. Егоров. Удар. Юнусов на месте, а попытка Сатосова была заблокирована. Успел здесь защитник подстроиться и выбить мяч подальше. Гумиров через дом на Нурисламова. Нурисламов Худайкулову. Емельян на Егорова. Егоров разворачивает. Идрисов неплохо корпусом разворачивает. Дальше Сатосов бьет. И Юнусов вновь хорошую правильную позицию занимает и свою команду вручает. Хороший сейф, ну и вновь хорошая комбинация в исполнении Оранжа. Прострел. Идрисову дадут пробить? Нет, не дает. Гумиров. Мяч у нас будет, менять у всех попадает. Линель справа, Сидоренко слева.
Чугунов. А нет, наоборот, Сидоренко справа. А партнера здесь Атосов. Дальний бьет, но створ ворот не попадает. Будет удар от ворот. Нападающий. Линель слева, объем справа. Илья, смена. Давай, давай, как учились, давай. Давай, давай, ближе, Илья. Вот. Кмельдинов вместе с Гумиром здесь вдвоем аж бросились на одного игрока строителя. Тут мяч-то отвоевали Кмельдинов и угловой. Зарабатывает команда. Оранж. Кмельдинов будет подавать. Данилка, Борис, Данечка. Сидоренко, ну это твой хлеб. Ты в отпуске, что ли, игру головой забыл? Опади, хороший мяч. А вот Гумиров будет бросать. Денисов может здесь что-нибудь придумать, разворачивается. Он спиной к воротам пытался создать себе возможность для удара, не получилось. Здесь все-таки в окружении троих соперников это сделать. И строитель пытается выйти из обороны в атаку, но не получается. Ребята как будто бы немножечко подустали. И удар от ворот. Кмельдинов пытался двоих обыграть, не получилось. Гумиров на партнера. Пытался Сидоренко развернуться, не получилось. Здесь плотно его встретили и навязали борьбу. Здесь заброс, Сидоренко. Дальше Кмельдинов. Дальний угол выцеливает, но тут офсайд. Сотников показывает. И будет у нас свободно исполнять команда строитель. Ищет варианты, с кем же разыграть здесь через дом. Юнусов. Дальше передача вперед. Гатаулину. Гатаулин пытался обыграть здесь Гумирова. Не получилось. Сафин на подборе. Мяч вырывает здесь. Идет дальше в окружении двух. Но Сотников не дает. Свисток дает здесь побороться. Денисов. Убирает. Бьет в дальний. Штанга. Гол. Еще один мяч забивает команда Орнш. Своими активными действиями здесь доборолись и отправляют мяч в сетку ворот соперника. Спасибо Галине Маштаковой за подправку. Маштаков все-таки, а не Каштанов. Будем иметь в виду. Но еще повторюсь, разговаривал с главным тренером команды «Строитель». Они данную ситуацию справят, к следующей игре составы будут у нас, и уже сможем всех ребят корректно называть, и, скажем так, никто не останется незамеченным. Действительно, приходится здесь разглядывать и пытаться, скажем так, где-то даже прислушиваться, как тренер и кого называет, чтобы узнать фамилию игрока. Ну, с Оранжем мы уже знакомы, команда не первый год выступает, но у нас встреча подходит к концу. Ну, слушай, неплохой матч. Поздравляем Оранж с победой. Строителю не расстраиваться. Еще много игр впереди. Сейчас у нас небольшая пауза, наверное, минут 10 будет, и мы вернемся к вам в прямой эфир.